Категорически вас приветствую, и вы, наверное, не понимаете опять, где же я нахожусь. Что ж, я поясню, но для этого я лучше опять загружу, потому что тут такое место, что тут надо постоянно загружаться. Проблема в том, уважаемые друзья, что мой наилюбимейший телефон, мой охеренный телефон, сказал мне: «А иди-ка ты нахер со своей записью, у нас больше нету памяти». Куда-то 2 гигабайта памяти улетели в никуда, и полчаса серии новый улетело тоже в никуда. Я и сохранялся везде, и бегал, нашел топор, отрубал головы, вот все это я делал, но не сохранилось это все. Спасибо моему охереннейшему телефону, что он просто охеренный. Я просто от него тащусь. Он просто офигительный. Я всем советую его купить. Он дешевый. В нем много памяти. Он, ну, просто сказка, а не телефон. Я просто вот не могу. Главное, памяти просто много. Всего 4 гигабайта. Заметьте, 4 гигабайта. Причем 1 гигабайт уходит на основные приложения Google, а 2 гигабайта вообще куда-то уходит. Просто взяли и пошли, открыли дверку, ну, то есть, да, то бишь, крышку телефона и пошли куда-то, оставив мне всего 675 мегабайт. Мегабайт, на который мне надо было снимать. На 675 мегабайт и 10 минут не снимешь. Так что, спасибо тебе, телефончик, майфон. Господи, как же мне это заколебало. Вот теперь реально, это уже без сарказма. Как же заколебало. У вас нету памяти, вы не можете посмотреть. У вас нету памяти, вам недоступен просмотр. Нету видео, не существует. Не существует, да хера мне существует. Да хера, где память-то, алло? Да вы херели, что ли? Я просто хереваю. Да, у меня вон башка в правом нижнем углу. Да я думаю, опять загрузить. Так, бери топор. Да, я нашел топор. Я просто офигеваю. Просто вот. Я, наверное, самый офигевший человек, который сейчас находится в мире. Да, вот просто берем, отрубаем голову. Для меня это уже не удивительно, потому что я все это видел. А вы не видели. А из-за кого? Не из-за меня, уважаемый, из-за телефона. Да, звучит как отговорка, но это и есть отговорка. Ой, блин, как же мне это заколебало. Да, его опять колбасят. Я просто, я до сих пор психую. Очкастая баба, я мог в серии, которая, к сожалению, пропала, я много про нее рассказал, и хорошего, и плохого. Сейчас я буду такое же рассказывать, хорошее и плохое, но только уже про телефон. Голый мужик привязан. Ну-ка, сейчас-то память не закончилась. Нет, еще есть, смотри-ка. Удивительно. Сейчас болгарки будут пилить мужика. А вот и мы. Ну, что у нас тут? Рассказывайте, показывайте, объясняйте. Ну, и кто у нас тут? Что у нас тут? Ну-ка, завалишь его? Да ты офигел, что ли? А, еще меня болгарка ударила. Ну ты просто молодец. Главное, мы так к нему хорошо шли. И вдруг он нас заметил. Ну, просто офигенно. Что я могу сказать? Офигенно. Блин, ты можешь повернуться нормально? Нет, это не нормально. Вот, наконец-то. По-моему, 360 градусов обертели, как даже не 480. Да, привет, мужик. Ну не видишь ты меня, смирись с этим.
Смирись и живи дальше. Ой, сколько же просто записи, полчаса записи улетели в никуда. Я даже не буду врать, что я всего лишь завер... Да ладно, ее можно взять. Я даже не буду врать, что я всего лишь завернул за угол. Целенько. Потому что я никуда не заворачивал. Я просто пол игры, наверное, прошел. Не буду даже врать. Так как это действительно так. Ладно, соврал, не пол игры. Думаю, даже одну треть не прошел. Я всего лишь сбежал из этого стриптиз-клуба и все. Ну-ка, что там у нас? Давно мы на кнопочки не нажимали. Опять загадки разгадывать. Дайте мне какое-нибудь одноразовое оружие, алло, дядя. Нифига себе, сколько у вас там оружия лежит. Так. Молодец. Тут, по-моему, еще один мужик гуляет. Так. Болгарка и... Там лежала эта самая, как ее... Топор. Так, тут дубины. Дубина, кстати говоря, тоже была в выпуске, который вы не посмотрели. Топором меня бьют, сволочь такая. Все, потерял меня. Давай, поворачивайся, давай, давай, давай. Почему нет такой кнопки, чтобы просто взять и сразу повернуться? То есть оборот на 360 градусов. Какие 360? На 180. Есть. Так, что у него? У него тоже топор, да? Да, у него тоже топор. Нет, мой... Пока пусть у меня побудет мой топор. Так, это мы зашли сюда, да? Вот он, мужик, которого резали. Ну-ка, перелезь-ка. Тут камера. Суки, что снимаете? Это правильно. Пол снимай. Спилберги, блин, сидят тут, снимают. Из-за происшествия в прошлом месяце работники... так, должны услышать, что все камеры открыты. И чего? Вот заключенных пока... Спальня будет покинута. Я так и не понял, что тут написано. Потому что тут буквы просто сливаются порой вместе. Не поймешь, что случилось и как случилось. Пни. Ты же пнешь? А, нет, глянь, есть, можно посмотреть назад. Ну, подожди, по-моему, в ящики можно заглядывать, да? Загляни в ящики. Может, найдешь что-нибудь полезное. Ну или запрыгнешь на стол. Так, влезай. Единственное, что тут стекло нельзя подобрать. Такую гору стекла разбили. Так. Спрячься. Во-первых, сохранись, потому что мы давно не сохранялись с тобой. А ты должен сохраниться постоянно. Так, тут ничего нет. Стопает, что такое? А, это пульверизатор. Так, ну-ка. Им я еще не пользовался. Он, по-моему, током бьет, если я правильно помню. Ух ты, блин, просто чисто ошпарил. Да ну, это фигня. Мне с топором больше нравилось. Так, вот таблички. Таблички мне нужны. Отлично. Так, сохранимся. Я пока лучше у себя ставлю пульверизатор. Ему все-таки топор может взять.
Нет, дайте-ка лучше топор возьму. Мне с топором как-то надежнее бегать. И плюс. С ней. У него убийство жестче получается. Так, сохранится. А! Прошу прощения. Так. Алло. Куда? Сюда? Прессе. Прессе, говорю. Ядрёный вот. Так. Что у нас там? Так, выйди-ка отсюда. Подожди, дайте как. Сначала хочу сбегать. Так, тут у нас просто тенек, а тут у нас что? Тут закрыто, я прав? Да, тут пока закрыто. Ладно. Значит, чтобы потом не бегать в другие места, мы сохранимся сейчас. И побежим дальше. Чего тут черепа показаны, не могу понять. Ну-ка, нажми. Ох ты, блин. Еще подлагивает, как не сейчас. Ух ты, ё-моё. Ядрёно уж. Это реально жестко. Братан, ты живой? Что у них тут происходит? Это, видимо, братан умер. Ладно, братан, я сожалею. А вот этому ублюдку я абсолютно не сожалею. Так, давай сохранимся. И дальше вперед. Так, теперь нам сюда. Так, тут закрыто. Хорошо. Точнее, плохо. Так, и тут, стоп. А тут не закрыто, тут открыто, кстати. Ох ты! Как же это жестко. И вторую. Ядрёна уж. Чем-то его даже жалко стало. Это реально жестко. Разбей. Так, если что, пойдем сюда, да? А, кстати, можно тут зайти. Там же закрыто было. Вот отсюда зайти, походу, можно. Так. Сохрани. Так. Вот таблетки. Не нужны? Такой здоровый. Так, понимаешь, просто сейчас будет батл, потому что надо разбить стекло. Опа-на. О, отлично, дверь открылась. Так, отлично, пойду замочу тогда этого. Вылезай. И давай к этому.
Все, убил. Вот теперь точно убил. Ты живой? Видимо, нет. Братан, хочешь, тебе секрет один открою, пока ты еще не умер? За тобой наблюдают. Так, теперь бежим в эту дверь, но сначала сохраняемся. Так. Пошлите сюда. Опа-на. А вот и ты. Боже мой. Дэми или Дэни? Это ты? Что ты сделаешь здесь? Ну, эти фразы я понял. О, видочек. Ты знаешь мое имя? Ну, братан, здорово, ты пришел. А, отлично. Так, сохранить. Без сохранения. Safe house. Don't trust that whore. She wanted to help. Wanted to help? She wanted to save her own fucking neck. I'm gonna find a way in. Think, Danny. The project are everywhere, and they're watching. You're gonna get us both killed. Красный свет. Новая глава. Так. Че, нам по городу тут погулять? Вот это неплохо. Так. Куда нам? Блин, мы же оружие все отняли, да? Прав? Да, оружия нету. Че это такое? Это камера? И что это? Это знаете, что такое? Это светильник с датчиком движения. Типа подходит, и он начинает светить. Отличная штука для палева. Так. Видимо, никого близости нету, да? Да. Стучу, никого нет. Хорошо. Идем тогда дальше. О, лопата! Хорош! Походу тоже голову отрубать будет, если сильно ударить, то по-любому голову отрубит. Отличненько, отлично. Так, опять светильник с датчиком. О, что это, кирпич? Так, кирпич тоже вещь полезная. Это же кирпич? Опа. Походу нам надо мочить этих, да? Ух ты, блин. С ноги прописал. А что это у него такое?
Что это у тебя такое? Это молоток? Или что это? Блин, какая жестокая игра, однако. Я, конечно, не знал, что Манхант это будет жесть такая, просто жесть. Но не знал, что настолько. Так, давай, короче, сделаем так. Сейчас мы их сюда позовем. Сначала сохранимся вот тут. Если что, если они... И посмотрим, что можно будет делать в данной ситуации. Так, ну развернулся, по-моему, только один. Да, только один развернулся. Так, вот и он. Сейчас он развернется, и мы его... Бэц! И все. И башки нет. Наверное. Я так понимаю, что лопата, она служит для того, чтобы подрубать бошки. Черт, а этот черт откуда? Ядрёна вошь. Блин, вот если бы он не вышел, я бы его давно уже скрешал. Я не знал, что будет такой поворот событий, так сказать. Оп. А, нет, он его... А, нет, зубы выбил зато. Что это такое? А, это типа зубы вырывать. Эти как их? Плоскозубцы или как они называются? Черт, черт, беги, беги, беги. Есть, успел. Успел. Так, сохранить-ка здесь. Отлично. Так, чего у нас за задание? Родители Зарасин Машуши попали в задание. Используйте плоскогубцы, чтобы сделать отверстие в проволочном ограждении. Хорошо. Отлично. Проходи. Ну давай. У тебя же бита. А у меня лопата. Так, стоп, я. А, может, им попробовать убить? Ты же ими можешь убить? Ну, как-то не то. Просто чисто взял и ударил плоскогубцем. По-моему, даже не убил его. Бери-ка его. Так, отлично. Ну-ка, давай-ка сохранимся. Отлично. О, шприц! Наконец-то одноразовое оружие. Я так его долго ждал. В прошлом уровне его вообще не было. Вот ни стекла не было, ничего не было. Вот только были биты до топоры и все. Ну, лом еще был в конце еще. И пулеберетатор. Так, делаем сейчас так. Сейчас я стукну. Молодец. Классно сделал. Ну, ты ударишь? Нет, видимо, никто идти не хочет. Или нет никого, хотя я вон на карте вижу опять черепок. Это убийство на открытом воздухе, да? Так. Не. Туда. А, стоп, у меня же есть эти. Их, по-моему, порвать можно, да, эту сетку, да? Ты прав? Ну-ка, возьми-ка. Самый. Да, можно порвать эту самую. Как называют? Сетку при помощи плоскогубцев.
Опа. Ну ты просто умелец, умелец мыни. Так, сохраниться. Так, и пролезть. Ну, пролезай. Ну, я нажимаю на кружок. А, вот, наконец. О, а вот теперь можно и сохраниться еще раз. Ну, вперед. Так, возьми-ка ты лопату пока. Так, где лопата? Вот лопата. Я так понимаю, плоскогубцы это оружие будет навсегда. То есть оно... вечно. Потому что белым фейс. Да, а лопата, она сломается скоро. Ну, не одноразово. У меня есть кирпич. Опа. Я нахожусь рядом с черепом. Подожди, а где этот черепок? Черепок, перепок. А где он? Алло. Подожди, ну-ка, это куда? Можно было, конечно, там обойти, но мы не ищем легких путей. О, пакет. Пакет. Так. Ну, мы, кстати, пакетом редко убиваем, так что я лучше поменяю пакет. Шприц на пакет поменяю. О, баскетбольная площадка. Нужен мяч. Что там у нас? Блин, я ж там стучал. Чего вы не выбежали? Ух ты, вот сразу двое. Вот тут вот фигово. Взяв оружие Red, прижмитесь к углу стены, нажмите для выполнения атаки из-за угла. Что за оружие Red? Опа! Удалось. Так, прячься вот сюда. Так, я здесь, давай. Иди сюда. Сохрани. Спаси, сохрани. Ну, где ты там? Алло, ты где? Идет, да, идет. Это он? Вот он. Так. Ты еще думал, что он выйдет оттуда? Ну да ладно. Блин, ребят, вы такие слепые. Кажется, я понял, как теперь делать жестокое и ужасное. Ах, убийство. О! Ни хера себе, ну ты жесткий. Ты реально жестко. Так, сохранись. Так. Ну давай вот. Давайте, короче, зайдем в дверь, куда там нам надо заходить. И закончим на этом. Так, тут закрыто. Значит, только сюда. Так. Давайте закончим это. Ой, наушник выпал. О, нормально. Подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий, расскажи друзьям. Я с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока.